Доброе утро всем. Сегодня 16 апреля. Вышел опять половить птиц. Взял с собой двух щеглов, чижа и репала. Посмотрим, как сложится сегодня ловля. Времени без 26. Ветра пока нет. О, вот они. Блин, отскочил. Они там? Нет, где? Второй попался. Попался? И там третий еще. Попался? Нет, это не его. Показал. Это зайдет. Все, они отскочили. Да. Ну, нет, это снег. Я даже попался.
Вот и дождь, вот как ты пришел. Попался щегол первый? Говорят. Такой вот попался щегол первый. Попался еще один щегол. Попался еще один такой вот зачуханный щегольчик. Попалась еще пара щегов. Самочка и самец. Вот они какие красавчики. Попалась еще пара щегов. Вот они какие. Андрюха, я так камеру отключу. Давай. Потом достанешь. Ну вот, почти надо жать. Попался первый чирик. Сегодня вообще чижей не было. Вот первый прилетел одиночка. Вот такой вот чирик попался. Он такой слабенький. Сегодня хватит, надо собираться домой. Таких щегольчиков сегодня мы поймали. Красивых. Подписываемся на канал. До новых встреч.